Группа вооруженных людей проникла на территорию патронного завода, захватив при этом заложников из числа персонала. Такова легенда командно-штабных учений, которые прошли в Ульяновске. Названные террористы укрылись в одном из производственных зданий и выдвинули политические требования. Как удалось выяснить правоохранителям, злоумышленники условно заминировали трансформаторную подстанцию. Главной целью учений стала проверка эффективности системы мер по борьбе с терроризмом и изучение уровня антитеррористической защищенности объекта. В действиях было задействовано около 700 человек – сотрудники УФСБ, УМВД, УФСИН, МЧС и медики. Они отработали вопросы оцепления, организацию переговоров с преступниками, спасательные эвакуационные мероприятия. Анализ действий и итоги учений будут подведены на ближайшем заседании оперативного штаба Ульяновской области.